Здравствуйте, дорогие мои друзья. Вот, вот, смотрите, масло сливочное, вкуснейшее. Такое, знаете, я не ел даже, когда жил в Советском Союзе. Сыр тоже отличного качества. И знаете, мы вот сейчас вообще очень мало что-то покупаем в магазинах, вот именно, знаете, все свое: молоко, сыр, творог. То есть и все настолько вкусное. И знаете, хочу, вот очень хочу, чтобы у вас тоже было все свое, чтобы вы как можно меньше зависели вот от этой системы. Счастья и радости вам, дорогие мои.